ключ сфотографировать? Не, видите. А, снять? Да. Минуту, секунду, видишь, на выходе показывает. О, давай. Говори, мам, привет. Мам, привет. И все? Да. Давай. Она стоит за столбом, он про нее говорит. Я тебя снимаю, Оль, и тебя снимаю. Ну давай, давай, давай. А ты меня сними. Давай. У вас такая сумка театральная. Клатч. Здравствуйте. Прям клатч. Гости какие-то. Я сижу на работе, у меня выставка. Я сегодня платье одела, кулон одела, колечко одела. Вот дети рисуют матрешек. Ну, пока никого нету, они все бегают туда-сюда, на концерт готовятся. Вот матрешек. Здрасте. Привет. Матрешки. Сейчас пройдусь, покажу нашу выставку. Так, здесь наши рисунки. Рисунки, которые рисовали дети. Мои дети и Ольги Гордеевы. Никогда не снимала выставку, решила снять. Вот мы их вешали на лиску к потолку. Ольга к потолку вешала, а я на скотч клеила с другой стороны. Ольга Владимировна, я принесла вам расческу, и, ну, чтобы вы меня заплели. А это просто необычный образ, новый. Я этот видео снимаю. Ты просто не можешь ходить. А, сегодня? Ты не имеешь права. Да, 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 это точно. Мы тебе сейчас наведем красоту. Давай. Я видосик снимаю. Это Оксана Геннадьевна Хлебникова. Движуха, да, Нарис? Да, 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 движуха. Это она кокошники делала. И куколу таких делала на выставку. И ростовую куклу она сделала. Тут бусы из глины, какие-то поделки из глины. А вот мой, где я сижу, матрешка рисую. О. Матрешки. А тут Лариса Валерьевна ведет у нас гадание на цыганка. Соня. Ну, еще двух на две на все давай. Сузанна, пойди. Саша. Саша, иди. Вот выбирай. На пеньке. Еще там у нас картины из шерсти, которую у нас рисовала Лариса Валерьевна. Картины из шерсти. Так, Ольга Васильевна, наша начальница. Методист наша. Вот она. Дайте ребенку белую лаву. А вон Екатерина Андреевна тоже наша начальница, молодая. Ага, еще. Я поставила шезлонг под яблоню. И лежу, смотрю, как красиво. Так красиво. Небо голубое. И пчелки гудят. Жужжат, жужжат. Пчелки собирают пыльцу для меда. Кайфую и смотрю на небо. Как-то вот так. Как-то это вот так выглядит. Там забор, там дом. Они уже рядом со мной лежит. Вот она. Нюша. Моя девочка. Нюша. Она со мной рядом везде. Я сюда пришла, и она сюда пришла. Я сидела, чай пила. Вон там вот. За столом. И она сидела со мной рядышком.
Так хорошо на улице. Это я с работы пришла. И лежу, балдею. Все балдеют по-разному. Я вот на цветущую...